Привет, красотки! Добро пожаловать ко мне на канал! И сегодня вновь Wildberries, Wildberries с брендом ООО Luxury Plus Size. Девчонки, Luxury Plus. У нас сегодня будет три бузочки, тунички. Вы готовы? Тогда начнем. Девчонки, данная блузка, стопроцентная вискоза, между прочим, кожа прям дышит, я чувствую, то есть для плюсиков очень важно, чтобы это была не синтетика, честно, потому что даже лично я, у меня сразу же, мне жарко в ней, честно вам скажу, а здесь вискоза стопроцентная, очень приятная ткань на ощупь. Цвет тоже такой, ну, знаете, светленький, вот чисто на каждый день. Очень хорошие декоративные, не декоративные, это рабочие пуговки, так что, если что, смело расстегиваем, и там, да, много чего можно сделать, но мы не об этом. Мой размер 72, кстати, мои параметры сейчас появятся вот здесь, вы сможете посмотреть и сравнить. Очень даже хорошая, единственное, вот у меня немножко рукава чуть подлиннее, но на самом деле это не критично. Оно как бы по сути так и должно быть. Очень свободное, комфортное, дышащее. Возможно, мне даже можно было заказать на размер меньше, но по обхватам мне как бы все устраивает. То есть, в принципе, возможно, 70 размер вполне себе можно было заказать. Ну а так, на свободное, на каждый день вообще шикарно, девчонки. Всем рекомендую. Значит, данная блузка уже стопроцентный полиэстер, но посмотрите, какие тут, я не знаю, это ласточки, тут вообще намешано птичек. Просто вы птичка, летите. Очень легкая такая тканюшка, все вот прям летящей походкой буквально, ты вышла из мая. Очень мне нравится интересный воротничок, то есть он такой, знаете, я таких не видела, он прям вот из синтетики. Какой комплимент, он прям из синтетики, нет, я к тому, что он легкий, то есть он прям невесомый, то есть буквально как вы его положите, так он и будет лежать. А здесь есть второй слой, если что, верхнее это шифон, я так понимаю, на что-то похожее, снизу просто вот тоже что-то прозрачненькое, мой пузик сейчас увидели. Ну, что-то прозрачное, но вместе вроде ничего не просвечивает. Рукава достаточно длинные. То есть не скажу, что прям что-то коротенькое, но так свежо, симпатично. Как вам? Напишите в комментариях. Я бы сказала, что это ближе к блузке, потому что очень интересный формат, реально, таких я точно не видела, извиняюсь, что не глажено, все-таки мы на Wildberries находимся. Значит, здесь идет такой вот воротничок по типу классики идет, а позади, по спинке, очень интересный момент, даже к вам повернусь, пуговки, причем настоящие пуговки как бы. Очень интересно, то есть такие модели, они нестандартные, их точно, ну, вообще я не видела нигде, поэтому имейте в виду, стопроцентная вискоза, легонькая, воздушная, конечно, надо погладить, это факт, согласна с вами сразу же, но сам по себе такой, знаете, образ миленький, с бантиками, а еще такие интересные детали, то есть это
Не знаю, даже прям вау. Ссылочки, кстати, все я оставляю в описании, поэтому переходите и смотрите. Есть разных цветов данные модели, можно тоже посмотреть. Есть посветлее, потемнее, какие-то есть потемнее, черные прям с принтом там цветочек, вот у меня были предыдущие. Есть вот в данной модели, думаю, даже посветлее, по-моему, я видела. Так что вот. Ну что ж, красотки, спасибо большое, что вы были со мной. Не забудьте мне поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. Всех целую, обожаю, пока!